Всем привет, дорогие друзья, с вами Тутэмпаут, а у нас вышло по сегодняшнему календарю новое обновление на Transformers Earth Wars. Теперь мы можем играть и за автоботов, и десептиконов. А как это на одной учетной записи, а как это выглядит, я вам сейчас покажу. Ведь я соответствую требованиям, у меня штаб аж 11 уровня. А для по требованию нужен штаб 8 уровня. Ну, короче, сейчас я вас познакомлю поближе с новой обновой. И, соответственно, мы ее попробуем на вкус. Сейчас вернемся на базу. По-бырому. И опять мои трансформеры черные. Почему? Чё за бред? Так, а вот и наша обнова. Новости. Новые фракции. Приветствуйте появление фракций. Сегодня ты сможешь заполучить Мегатрона, Старскрима и остальных. Подробности. Получи доступ к коллекции десептиконов. Автоботы и десептиконы не могут быть использованы в одном отряде. Кристаллы десептиконов могут быть куплены в магазине десептиконов. Десептиконы могут быть использованы в многопользовательских сражениях и ивентах. Требования. Штаб 8 уровня. А это у меня все соответствует. Кристаллики мне уже выдавали. И самое главное, всем выпадает один и тот же набор в кристаллах. Блин, почему вы черные? Чё за бред? Ладно. Ну так вот, смотрите. Мне пришлось свой один отряд убрать автоботов. Я этот отряд поменял на отряд десептиконов. Ни хрена себе, смотрите, там надпись видна. Чё вот с игрой такое? Охренеть. Жесть. Жопа. Вот, мои десептиконы. Сейчас вот тут вот стоят 4 десептикона. Мегатрон, Бладжон, Хук, Старскрим. Простите за фиговое качество, я сам охреневаю. Почему у меня на компьютере в программке такое качество? Нажимаем подтвердить. И, кстати, хочу указать то, что я автобот, а мне теперь позволено, я могу играть за десептиконов, заметьте. И это вот такая приятная обновочка. И сейчас я буду мочить своего собрата, да. Вот так грустно все выходит. Надеюсь, у нас сейчас трансформеры не будут черными во время атаки-то. А, не будут, надеюсь. Хотя не, они все-таки черные, ну ладно. Ну так вот, смотрите. Я уже на эту базу, по-моему, нападал. Что-то странно в этом. Почему базы так похожи между собой, а? Вот это вот вообще интересно. Как будто просто компанию прохожу какую-то. Ну-ка. Все похоже, но почему похоже? Хрен знает. Ну-ка, перемотка.
Вот такая вот, короче, обнова. Поздравляю тех, у кого штаб 8 уровня и выше, потому что вы можете поиграть за десептиконов вместе со мной. В тени такой. Эпичный. Эпичный такие в тени. Это как бой с тенью. Точно, это ж новый Shadow Fight 2. Ну что ж, дорогие друзья, сейчас мы еще проверим, что у нас с гельштальтами. Вдруг нам можно гельштальта собрать десептиконского. Если это так, то это просто жесть. Если это сон. Лабораторию откроем. Открываем нашу лабораторию. Так. И чё хотите сказать? То, что я пока только всё-таки автоботов могу собрать. Суперион. Оптимус. И вот сейчас вот вы серьезно, да? Ну, окей. Ну что ж, дорогие друзья. С вами был Тутемпаут. Новую обнову мы проверили. Всем удачи. Всем пока.